Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники Олуха. 15-й день, и забираем с тобой 75 миллионов древесины. Так, сегодня, как ты понял, мы будем допроходить события. Правда, сегодня полностью не пройдем, останется еще на одну серию. Опа, вот эта, кстати, штучка нам нужна. Очень даже хорошо, что она нам выпала, но мы продолжаем с тобой выполнять задание. А нужно нам найти с тобой принцессу огнеедов на острове огнеедов. Так что пускай он летит. Поиск. Так, обычный режим путешествий. Все, полетел наш беззубик. Сундучок у нас тут готов. 150 миллионов рыбы нам дает. Так, здесь у нас Громоль дал древесины. Водорез, соответственно, тоже древесину дает. Так, древоруб. Спасибо. Ветрокрыл. Красавчик. Так, мы можем... Хотя, подожди, а может быть обучить? Сколько? 5 железа. Блин, ну это прикинь, какой будет маленький шанс. Ладно, давай все-таки пускай он у нас дальше идет добывать металл. Накопим с тобой побольше, потом уже будем его прокачивать. Так, и костолом, естественно, полетел у нас за древесиной. Так, эти маленькие орлы у меня уже готовы, прилетели с подарочками. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Либо шестеренки, либо тусклый янтарь. Тут, понятное дело, никогда мне не дадут вот этот, извини меня, пак. И это у нас шестеренки. Две штуки. Ну что, наверное, надо его отправлять еще раз в путешествие, да? Так, ну что, давай вот этот вот драконий край. Самое простенькое. Пускай летит. Так, поиск. Бесплатный. Так, барсик полетел. Этот еще не вернулся у нас, кривоплык. А Грэмгильда что нам даст? Шестеренки, ведь так? Ну, естественно, ну... 16 шестеренок. Ну что, лети тогда в драконий край. Ну что, этих отправили. Теперь займемся остальными. Весночёс обязательно сегодня прокачаем, если получится. Так, эти орлы тоже у меня тут готовы. Давай быстро за древесиной. То же самое. Так, рыба у нас перебор. Я смотрю, поэтому мы ее забирать пока не будем. Так, Буйволорд, давай-ка мы тебя прокачаем. Лети. Здесь вернем и опять отправим его на поиски. Весночес. А он у нас не может, да, пока добывать древесину? Или он вообще не добывает ее? Так, ну-ка вернись. Обучить. Лети, прокачивайся. 5 железа я потратил на весночеса. Так, что у нас тут еще? Ага. Брюхоглот. Пускай прокачивается. Шипотень. Блин, а у нас с тобой места уже нету. Ё-моё. Обидно. Обидно. Ну а ты как, будешь сегодня становиться титаном или нет? Да неужели? Господи, ребят, повезло. Ух ты. Кошмарный пристеглов. Вот он как выглядит. Нифига себе, в первый раз вижу, чтобы вот так вот выглядел пристеглов. Так, ладно. Прокачали его чуть-чуть. Модификрылка. Но тут шансов мало. Ай-яй-яй. А было рядом. Ну, не судьба. Так, давай тогда мы дальше будем обучать ее. Блин, не забывайте, друзья мои, мы купим с вами 3000 рун. Для того, чтобы купить... Да-да, вот этого вот... динозавра, которого звать Ворчуном. Без Ворчуна... Как ты понимаешь, плевака работать, ну, не будет. Не хочет он. Чего все лесопилки заняты? Понятно. Ну что, вроде бы я всех отправил по заданиям. Теперь давай забирайте наши награды. Бесплатный пак. Так, монетки Удина и начиночка. А здесь она выпадает. Шторморез, лаварык, громобой защитник. Ну и капелька ресурсов. Тогда мы еще рекламный глянем заодно. Монеты Одина и начинка. Опять шторморез,
Лаварык, громобой защитник. И все, подожди-ка. Даже железом не дали. Ничего себе, вот это новости. Ну что, смертушка принесла мне немножко наград. Забираем это все. Отправляем. Так, переходим с тобой вот сюда. И забираем здесь тоже сундук. Ну, тут у нас гнездо какое-то и опять же тусклый янтарь. Смотрим, что мы здесь можем с тобой забрать. Во-первых, обмен. Блестящий янтарь в копилочку. И ставим, наверное, следующий, да? Даже две штуки. Прекрасно. Дальше собираем. Так, 25 тусклого янтаря, 5 рун. Здесь у нас 30 склянок со светлячками. И смотрим. О, еще 50. Слушай, 150 и 30. 180 склянок мы получили. Я считаю, что это неплохо. Даже 200 склянок. Вообще шикарно. Ну-ка, подожди-ка, давай посмотрим, что у нас там происходит. Сколько нам не хватает. Так, почти, ребята, 12 тысяч. Почти 12 тысяч, но очень мало дней осталось, 5 всего лишь. Я не знаю, где нам с тобой достать еще 2000. Ну, не 2000, конечно, немножко поменьше. 1600, да, где-то, даже не 1600, 1400. 1400 рун. Где-то нужно нам с тобой надыбать. Да, это проблема. Так, давай мы здесь с тобой откроем пак. Шторморез, громобой. И все. Окей. Ну что, остается время для схваток. Поехали. Так, злобные вандалы. Часть вторая. Сегодня мы еще пройдем немножко. Но полностью, к сожалению, не осилим. Так что давай. Но в любом случае пак мы с тобой заберем, который там разыгрывается. Что у нас тут? Смотрим. Скала и водорез. Но тут уже три волны. Вот оно что. Три волны — это плохо. Нам придется здесь попыхтеть. Так, водореза быстренько мы с тобой убрали. Теперь остается скала. Так, он начинает размениваться. То одного, то другого бомбить. Мне только лучше. Так, и добивка. Следующая волна. Смотрим, кто там у нас. Громорог и душитель. Будем душителя бомбить. Окей. Хильнемся тогда уже. И добьем. Не кританул. Кривоклык, ты меня подвел. Ты меня сейчас очень сильно подвел. Ладно, это как-нибудь мы переживем. Стоит ли? Наверное, не будем пока хиляться. Я думаю, с громорогом мы справимся и так, своими силами. Ну что ты там? Вот ты как решил, да? Ну, ослабленная атака, это понятно. Добиваем. Ну вот и третья, последняя волна. И здесь у нас с тобой ёк-макарёк. Стальной капкан. И клывок-клывок-риф. Все, никак не запомню, как правильно его величать. Я знаю, что нашего зовут Клывокрик. Кривоклык, да? А этого, по-моему, Клывокрик. Ладно, не будем парить себе мозг. Будем просто валить. Так, и укусик. Блин, он все-таки успеет еще на дорожку мне садануть чуть-чуть. Но это последняя волна, так что, ребят, не страшно. Главное, что выиграли. Ну что, крутим барабан. И выпадает нам с тобой рыба. 175 миллионов. Понял. Ну, двигаемся дальше. И у нас мини-боссик. После которого мы с тобой заберем пак. Тут, кстати, у нас 250 склянок со светлячками. Но этого мало. Нам нужно, я говорил, где-то 1500, да? Где же их набрать-то, а? За 5 дней. Даже не знаю. Так, первый у нас тут громорог. В одно лицо почему-то. Ладно. Будем его бомбить.
Ну что, понизим ему броню, наверное, да? И начнем потихоньку его тут уже распетрушивать. Так, его последний удар. И после этого мы с ним расправляемся. Переходим на вторую волну. И здесь у нас... Ох ты! Смотри, стоило только мне своего кошмарного пристеголова прокачать в титаны, как противник тоже стал вызывать титана. Выглядит он, конечно, прикольно. Давай, наверное, укусим. Ну, лаврык мне не страшен. Пускай он тут не бухтит. А мы с тобой вот все-таки вот этого. Ах ты, не добили чуть-чуть. Так, сюда укусик. Потом, значит, у меня будет ходить барсик, шторморез и кривоклык. Я думаю, за это время мы его распетрушим. Хотя вряд ли. Да что ж такое-то? Кривоклык не может, ребята, пробить. Не может сделать нормальный удар с критом, чтобы его сразу уничтожить. И последняя волна. Здесь у нас с тобой мини-боссики, как мы видим. Начнем с этого. Клыва-криво, да? Окей. Надо его быстренько уничтожить, пока он не стал тут суператаками своими лютовать. Громобой вот этот мне не страшен. Так, можно, в принципе... Давай так сделаем. Хильнемся и заодно уничтожим. Так, укусик. Это не страшно. Так, теперь понижаем ему броню. И начинаем кусать. Раз, два, три. Ну что, сейчас мои три дракона ударят. Я думаю, что ему крышка. Вот и все. Вот и победа. Очередное колесо, и смотрим, что нам здесь. 125 миллионов древесины выпадает на этот раз. Окей. И забираем пак. Дальше у нас получается поединок. Еще один поединок. Так, Громыль, Кревет. И все. Получается два поединка, и после них мы только с собой заберем уже склянки. Ну что ж, давай, поехали. Нечего тут терпеть. Опять же три волны, я так понимаю, да? Три волны. Ну что ты, что ты, что ты, родной мой, тут выпендриваешься. Так, довольно легко мы его разобрали. Но это первый противник. Так, здесь у нас водорез. Начнем с него. Понижаем броню. Так, сейчас мы с тобой... Ну да, мы добьем водореза. А уже после будем переключаться на штормореза. Окей. Так, наверное, сделаем вот так вот. Хильнемся заодно. Ну, что он там стоит? О, он даже попасть не может. Он даже не может по нам попасть. И добивка. Ну и последняя волна. Угу. С кого начать? Давай, наверное, с этого. Они оба у нас имеют способность станить. Ну, мне кажется, что один из них точно это даже не почувствует и не попробует. Так, уничтожаем Костолома, естественно. Все. Теперь можно из-за этого браться. Так, укус. Ему три энергии, да, ему три энергии нужно для того, чтобы сделать свой оглушающий удар. А мы, естественно, за это отомстим. Хильнемся. Так, что он сейчас опять будет делать? Бомбит. Ну что, добьем? Конечно. В очередной раз крутим колесо, и выпадает нам опять рыба. 175 миллионов. Так, закрываем. И переходим на наш последний поединок, после которого мы заберем 250 склянок со светлячками. Так что поехали. Шепот смерти нас тут встречает. Ну что ты тут выпендриваешься? Раз.
Так, он у нас синий, по идее, должен разобраться барсиком легко, да? Но мы его не добили. Так, теперь ему крышка. Переходим на вторую, смотрим, что здесь. Опять кошмарный пристиголов. Титан и кревет. Слушай, я, наверное, начну с кревета все-таки. Да. Вначале мы уничтожим кревет, а потом займемся и этим. Отлично. Так, удар сюда. Плюс, наверное, хильнуться надо. Хильнуться и... начинаем, да, свои фаерболы тут выплескивать. И третья волна. Так. Вот это мне не нравится. Совсем не нравится. Как тут лучше сделать-то? Блин, как лучше сделать, а? Однозначно нужно лечиться. Так, раз, два, три. Единственная надежда на то, что просто ему не буду давать энергию для исполнения своей суператаки. Пока все идет хорошо. Так, залечим. Блин. Что-то мало как-то мы атакуем. А, пониженная атака. Все, я понял. Сюда делаем укус. Так, ему не хватает, ребята. Нужно 5 энергии, чтобы ему сделать свой суперудар. Так, давай просто кусанем. И просто кусанем. Так, я надеюсь, он будет использовать свой суперудар. Отлично. Поверь мне, лучше получить таран от склад... ё-моё. Это я уже забыл. Лучше, короче, получить от него удар, чем получить заморозку от ветрокрыла. Все. Ну, теперь уже мне ничего не страшно, на самом деле. Давай мы с тобой, наверное, сделаем... Хотя, подожди. Мы сделаем с тобой просто укус. Дальше повесим слепоту. И уже после этого этот парнишка будет у нас, как говорится, на крючке. Он сделать ничего не сможет. А мы его будем потихоньку бомбить. Так, отлично. Да все, все, все. Не, ребят, Костолому здесь не победить. Это однозначно. Ну что он тут один сделает? Ничего, мы просто будем его сейчас... Хотя, подожди. Блин, я почему-то думал, что у меня будет откатик. Хотя даже не обязательно. Все, победили. Крутим колесо. Забираем с тобой древесину. 125 миллиончиков. Так, и забираем с тобой 250 склянок. Ну что, остается у нас с тобой... Раз, два, три... 4, 5. 5 поединков. Подожди секунду. Раз, два, три, 4. Да, 5 поединков. Как раз еще для одной серии. То есть мы здесь все пройдем. Но опять же, мне не нравится то, что склянок мало. Понимаешь, у нас мало склянок. Мы могли бы это событие пройти сегодня, потратив руны. Но я не хочу их тратить. Они нам нужны. Нам нужно накопить 3000 рун. Я уже повторяюсь. Так, ну что, давай, наверное, с тобой сделаем ареночку одну, да? Буквально до пака вождя поиграем. Вот, получим. Ну, чтобы не слишком короткая серия у нас получилась. Поехали. Так, здесь у нас с тобой... Угу. Сарделька, Кривоклык и Громобой-защитник. Начнем, наверное, с Кривоклыка. Хотя он не такой опасен. Больше все-таки Громобой страшнее. А Сарделька, мне кажется, вообще какая-то имба. Так, ну что, добиваем этого. Так, теперь, наверное, вот так все-таки сделаем. Ё-моё. По-моему, крышка, друзья, этому шторморезу. Сарделька уничтожит. Он этот момент не упустит. Ну а мы, как говорится, отомстим сейчас этой сардельке по полной программе.
Чтобы знала свое место, да, и не выпендривалась. Я не могу понять, что вот это такое за свечение появляется. Может, это просто как, типа, бага? Окей. Ну, что ты будешь делать? Понятно. Так, еще одна атака. Сейчас сделаем. Можно в слепоту, давай в слепоту отправим. Можно было бы укусить его просто, но я не хочу, чтобы он там усилил на себе атаку или... Кстати, я ни разу не видел, чтобы он вешал на себе отражение. И добил. Все. У нас очередной поединок, и здесь я вижу... Угу. Крылатый ужас. Так, сарделька. Но начнем мы, естественно, с этого. Да хорош ты, успокойся. Так, сарделька тут еще сейчас будет наверняка. Ну, конечно же. Блин, вот если бы у меня была бы она прокачана, я бы ее взял бы обратно к себе в отряд. Согласись, две атаки, причем отнимает довольно некисло. Ага, одного минусанули. Сейчас мы доберемся и до тебя. Все-таки барсика ушатали, а? Ну что же, мстить, ребята, только мстить. Понижаем броню. Опа. Мы все-таки скрыто убрали. А этот, наверное, уничтожит меня. Ты смотри. И вот самое противное, что теперь мы остались один на один. Он будет бомбить-то посильнее, чем я ему. Хотя где-то одинаково, да, получается. Я сделаю тогда вот так вот, дабы взять небольшое преимущество перед ним. Так, он опять промахнется сейчас. Мы опять его укусим. На следующий ход мы повесим опять на него слепоту. Так, лишь бы нам успеть с тобой. Если я без слепоты попробую. Потому что ходы у нас с тобой ограничены. Сейчас будет ничья. Я все-таки выиграл здесь. Отлично. А в этом поединке у нас с тобой... Ну, в принципе, ничего страшного нет. Штормореза оставим на потом. Лаварыга тоже. Начнем, наверное, вот с этого. В первую очередь. Желательно его разобрать как можно быстрее. Начинается, да? Так, лаварык тут подключается. И шторморез. Ты смотри, что творят. Так, минус один. Теперь сюда. Надо хиляться, срочно. Залечили раны. Блин, у нас пониженная броня. Вот это беда. Повезло тебе, шторморез. Я думал, он в тебя сейчас будет бомбить. Ну что, лаварык, все? Допрыгался, кузнечик? Сейчас мы тебя уничтожим. Почему-то он поменял цель. Не знаю, с чем это связано. То бомбил мне ветрок штормореза, тут переключился он на барсика. Странный типок. Ну что ты там? Ой, 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 напугал ты меня, господи. Сейчас мы же тебя распетрушим. Все, друзья. Победа. Ну, как ты видишь, нам выпал с тобой самый обычный пак, опять же. И вот он, пак вождя. Открываем. Лаврык, Костолом, Шторморез, Громобой Защитник, Острокрылый Змеевик и Кривоклык. Вот как-то так. Ну что же, заберем с тобой здесь остатки роскоши. О, еще 30 склянок. Ну, неплохо. Так, сколько у нас по суммарности уже накопилось? 12 225. То есть нам не хватает с тобой буквально 1080, да? Ну, 1000, скажем так. 1000 не хватает нам за 5 дней. Слушай, ну если хорошо напрячься, то можно получить. Даже если каждый день заходить и выполнять ежедневки по 150 баночек, да? Плюс еще за какие-нибудь события, я не знаю. В общем, будем стараться. Ну что, друзья мои, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.